Как бывший сотрудник НКВД готовил покушение на Сталина, карьера Генриха Самойловича Люшкова в НКВД удалась. В турбулентную пору репрессий он смог дослужиться до комиссара государственной безопасности третьего ранга. В 1937 он был назначен начальником управления НКВД на Дальнем Востоке, но уже в следующем году Генрих не без оснований почувствовал, что маховик сталинского большого террора дотянулся и до него. Избегая смерти, ему удалось переправиться в Маньчжурию, а оттуда попасть в Японию. Там он поделился множеством ценнейших сведений о дислокации советских войск на Дальнем Востоке и в Украине. Затем Люшков при поддержке японцев принялся готовить покушение на Сталина. Нападение должно было случиться, пока тот принимал бы ванну на мацистинском курорте близ Сочи. Однако внедренный в группу диверсантов советский агент сорвал проведение операции. А во время советско-японской войны 45-го беглый чекист был убит японским офицером.